День русского языка отмечают сегодня по всей России. Его празднуют ежегодно 6 июня. В день рождения великого поэта, основоположника современного русского языка Александра Сергеевича Пушкина. В Якутске прошло сразу несколько торжественных мероприятий, передает Павел Танин. По последним данным, в мире насчитывается более 150 миллионов русскоязычных и еще более 100 миллионов человек, владеющих русским языком как вторым. Более того, русский язык можно считать космическим. Для обитателей околоземной орбиты он обязателен к изучению. Все члены космической станции «Мир» должны владеть русским языком для того, чтобы попасть в экипаж. Об этих и других достижениях государственного языка говорили сегодня на торжественном митинге. Старт акции дали дети, которые прочитали отрывки из произведений Пушкина. К выступлению ребята подошли творчески. Например, один из них был в образе самого поэта. Здесь же свои награды, одну премию главы Якутии и три приза Министерства образования республики получили учителя русского языка школ Якутии. Почетным участником митинга стал российский поэт и писатель Евгений Евтушенко, который также украсил митинг строчками, посвященными Пушкину. Как будто что-то хрустнуло, устало в недолго обнадежных сердцах. Звезда надежды пала от мерца. Позже Евгений Евтушенко встретился с главой республики. Егор Борисов рассказал гостю о том, как прошел в Якутии год литературы, и о том, что прошлый визит поэта вызвал большой ажиотаж, и, к сожалению, не все желающие смогли встретиться с гостем. Они ждут. У нас какой-то менталитет, который вот нуждается в таких людях, как вы, Евгений Александрович. И чувствуется северный менталитет, связан прежде всего определенным душевным состоянием. Вечер в Якутске посвятили еще одной знаменательной дате. В этом году свой 125-летний юбилей отмечает русский драматический театр. Как и подобает настоящим артистам, в свой день рождения актеры театра сделали подарок зрителю. Им стала премьера постановки по историческому роману Пушкина «Капитанская дочка». Павел Танин, Василий Соловьев, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.